У каждого свой питомец. У Рувима зайка завтракает. У тебя тоже зайка? Покажи его. Тоже кушает? Ой, какой хорошенький. У тебя котик или тигр? Кто у тебя? У меня котик. А у меня. А у тебя медведь. А у меня самая питомец. А у тебя посуда. Нет, у тебя нет питомца. Вот доедаем наши вкусные булочки. У нас сегодня самообслуживание. Сам яйцо чисти и сосиску. Вот, уже почистила, молодец. Ка-ка! Нужно вот так стучать, чтобы было вот так. Ты уже почистил, да? Ля-л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 я, водичка. Вот, молодцы. Хочешь покушать, почисти сам, называется. Тут у нас ветер натворил. Дерево сорвал. Ты такой классный, слышь? Ты весь в краске зеленый. Как ты рисовал, так ты не пошел разукрашенный. Вспомнишь. Эй. Ой, а что с тобой? Я обнимаю, тихо. Ты такой грязный. Мама, папа несет колбасу и молоко. Это хорошо. Где ты обеспачиваешь? Катался, наверное, где-то на горке. Ты вы с бабулей тогда возвращайтесь, ладно? А домой. Куда вы идете? Ну, мы вас таких грязных не возьмем. А куда вы идете? Какая тебе разница? А у тебя что, яблоко? Кто тебе дал? Бабуля. Бабуля? Марин. Творог. Мои помощнички помогают мне. Катай. Тихонечко. Потихонечку все вот нарастает. Уже полная корзина.
ягоды. Я смотрю на это и думаю, что это такое, что это, что это? Можно ли это кушать? Напишите мне, что это такое, а? Если вы знаете. Сейчас в синий цвет красят. Что ты красишь там в синий цвет, а? Соль еще надо будет. И соль, и сода. Мама мия. Вот, рецепт. Смотри, там краска. Я знаю, вон она там внутри, краска эта синяя. Что-то усы стали. Какие усы? Красит, что ты там красишь? Еще ничего пока. Ну хотя бы дай посмотреть, что там у тебя. Можно? Папа сейчас будет красить свои штаны. Аккуратно закрывай. Что тут вообще делаешь? А? Две ложки соли. Мамочки, что ты творишь, а? Что это такое? Вкусный кавардак. Какой кавардак? Синего цвета, что ли? Две ложки соды. Соды? Фу, какая гадость. Это будет вкуснятина. Смотри, смотри. А, вот она, пошла реакция. Смотри, смотри, смотри. Какая реакция? Вон, смотри, смотри. Ишь. Что творится? Но... Что происходит? Объясни мне. Это просто будет вкуснятина. Ничего не вкуснятина. Какатина будет. Так, мне еще нужна палка. А палка тебе зачем? Отгонять вас. Гонять, а? Вот он, знаете, что делает? Вот что он делает. Вот что он делает, видите? Понятно? Собрался красить. Пару раз постирали, вся краска слезла. Поэтому будем сейчас их красить. Так. Ты придерживай ее. Вот так вот. Раньше кипятили людей в воде. Так сейчас мы кипятим. Сейчас в Индии так красят. Знаешь? Не знаю. Первый раз слышу. Сердечки нарисовала, венечек. Спасибо тебе, мой дорогой художник ты мой. Мама нам делает тортик из нутеллы и ириса. Палочка. Дай ему палочку, Рувим. Он рисовать хочет. Ого. Ее не просто так намазывать. Нутелла. Вот, второй слой мажем. Белый, черный, белый, черный. А тем самым папа красит наши штаны. Наши. Наши.
видишь? Любые. Папа сейчас засунет. Противник. Чили. Ты хочешь эту ням-нямку? Здесь есть. А, я тоже хочу. Где вот этот шоколад есть? Мы его сначала намажем, он пропитается, а потом... Один торт у нас будет из нусикой, а один... А второй будет из ириски. Вот этот. Сначала мы делаем из нусики. Не знаю, почему нусика. Это у Вимина, и это у Вимина, и вот это у Вимина, и вот это. И еще... Нет, это не у Вимина. Это мое, и это мое. И вот мое. Мама, у меня высокая была, вот. А это... Это нарисовала Венерчик, да? Это та земля. Венерчик молодец. Еще я буду сейчас рисовать. Хорошо, давай рисуй. И я. Вот меня как я какую рисую. Абстракцию нарисовал наш Натанчик. Что, мам, вот. Я ищу? Ну, вот как я сию. Ого, ничего себе. Ты рисуешь себе на руку, а потом ставишь отпечатки? Да. Ничего себе. Это я придумала. Да ты вот. Просто гений у меня. Вот. Алёпс. Алёпс, красота. Продолжение следует. Мам, я пальцем рисую. Они дальше рисуют. Что же будет у меня? У тебя вроде на розочку было похоже. Что же будет? Давай. Что же будет? О, какая у тебя розочка прекрасная. Зеленая. А у меня мама. А у тебя что? Зима будет. Зима? Понятно. Вот к чему приводит... Что приводит? Руки грязные. Художник долго работал сейчас над своей картиной. Сейчас я детка на руки наищу. Может быть, пойдем лучше руки помоем? Давай. Давай. Ой-ой-ой. Мама, я облако рисую. У тебя тоже такие руки чистые? Нет, да. А у тебя какие руки? Покажи. Кошмар. Ой, мамочки. Давай тоже иди руки мой свои. Не забирай у него, пожалуйста, ничего. Вот еще меня чему мама научила. Меня мама научила только что вот так.